Итак, батарейки на месте, режим Цельсий включен, ну и погнали. Запускаем. Хлоп. Режим взрослый, детский, объекты и автоматом у нас включается режим уха. Снимаем вот этот колпачок и вот таким образом можем замерять температуру с уха. Как указано в инструкции, это самый точный замер будет температуры. Обратно вставляем это все на магнитах и переключается также все автоматически. Так, переходим в режим взрослый и давайте сделаем замер. Поехали. 36,4. Ну, вроде нормально. Делаем контрольный замер. Кстати, это все хранится в памяти. Где-то 20 замеров можем хранить предыдущих. Так. Раз. 36,4. Предыдущий, опять же, 36,4. Переключаемся на режим объекты и сделаем замер стола. Оп. 24,2. Контрольный замер. 24,2. Ну, вроде все точно. Короче, ребят, вот такой термометр. И детский, и взрослый, и объекты, и так дальше. Вот, если интересен полный, точный обзор, пишите в комментариях, сделаем.